ответы на ваши вопросы. На мое видео про простатите Владимир Добрынин написал: а как насчет калькулезного простатита с кальцификатами? Что вы можете посоветовать? Врачи говорят, что их не вывести, мучиться придется все-таки, периодически все-таки придется. Знаете, я ответил, я что описал то, что я знаю, то, что я делал, но и также я знаю, что обязательно имеются средства для того, чтобы растворить эти и кальцифицированные образования, и вывести их, и для того, чтобы, будем говорить, снять там воспаление, и прочее, прочее, прочее. То есть для этого надо просто-напросто, ну, грубо говоря, поискать. Вот смотрите, что бы я сделал на месте вот того, кто это болеет. В первую очередь, если что-то у вас там заболело, это говорит о том, что ваш организм вообще сдулся. Для этого необходимо провести, неважно даже что болит, провести общее оздоровление организма, которое заключается, вот то, что я вывел, и то, что особенно помогает, это первое, очищение толстого кишечника, печеночки, вот, переход на более-менее нормальное питание. Кстати, смотрите мою целебную кулинарию, там можете подчеркнуть много хороших блюд. То есть вот это вот только вы раз сделали, уже вы, так сказать, основу, которая должна оздоравливать вас, она у вас есть. И далее, вот эти все вот сгустки, образования, камни и так далее, прекрасно растворяются талой водой. Талая вода — это та вода, в которой еще плавает лед. Грубо говоря, взяли полторашку, бутылку, положили ее в морозильную камеру вечером, утром вынули, она вся замерзла. Поставили ее при комнатной температуре, то есть в комнате, и вот она начинает таять. Она начинает таять, лед плавает. Вы раз выпили, раз выпили. И, грубо говоря, эту бутылочку вы выпиваете вот как раз в течение дня. Как только лед ушел, все, растворяющее действие этой воды прекращается. И уверяю вас, месячишку так попьете, и весь вот этот ваш кальций, который там имелся, нерастворимый, он там выйдет. Плюс, естественно, применять далее такие специфические средства, если у вас имеется там воспаление, то есть от микробов. Это различные травы. Это можно, вот как вот советуют сейчас, использовать эти самые масла, эфирные масла тоже в этом плане. И все это уйдет в течение месяца. Вот так я бы это сделал. То есть, бывает даже, если человек не знает врачи, не знает какой-то целитель, не знает еще какой-то там супер-дупер-пупер, вроде меня. Но это не значит, что этого нет. Обязательно есть, нету просто 7 пядей во лбу, чтобы все это знать. Но это, еще раз повторяю, это не значит, что этого нет. Есть, это надо просто искать. И даже то, что я вам наговорил, я думаю, поможет.